Дорогие друзья, на выставке потребительской электроники CES 2017 производители представили много инновационных решений. О некоторых из них мы рассказали в предыдущих выпусках. Ну а теперь расскажем вам о прочих диковинках. Смартфоны Changhong на нашем рынке практически неизвестны, хотя сама компания насчитывает более 30 тысяч сотрудников и существует более полусотни лет, занимаясь также бытовой техникой. Но модель Changhong H2 интересна тем, что это первый в мире смартфон, оснащенный специальным молекулярным сканером и способен определять химический состав материала, находящегося перед ним. Производитель считает, что молекулярный сканер позволит потребителям получить новые способы улучшения их личного благополучия за счет возможности выбора лучших продуктов, проверки подлинности товаров и так далее. Если более подробно, то пользователь благодаря фирменному ПО сможет определять количество калорий, белков, жиров и углеводов в том или ином продукте, определять процент жира в своем организме, концентрацию какао в шоколаде, идентифицировать обезболивающие препараты. Что касается технических параметров смартфона, сообщается о 6-дюймовом экране и 8-ядерном процессоре с частотой 2 ГГц. Что касается необычных смартфонов, то компания Asus на выставке CES 2017, помимо прочего, представила смартфон Asus ZenFone AR, названный производителем первой в мире моделью, поддерживающей технологию Google Tango. Конфигурация новинки отличается от большинства серийных моделей, что обусловлено акцентом на приложениях виртуальной и дополненной реальности. Изюминка ZenFone AR – разумеется, основная камера, представляющая собой систему из трех камер, традиционной с датчиком Sony IMX318, разрешением 23 мегапикселя и двух дополнительных для захвата движений и анализа глубины сцены. В совокупности они реализуют работу технологии Google Tango. Однако основная камера ZenFone AR и сама по себе примечательна. Она оснащена лазерным помощником автофокуса второго поколения, фазовым автофокусом со скоростью фокусировки всего 0,03 секунды, оптической системой стабилизации и широкоугольным объективом с максимальной диафрагмой f2.0, защиту которого обеспечивает сапфировое стекло. Также основная камера позволяет вести запись видео разрешением 4K. Аппаратная платформа ZenFone AR впечатляет не меньше. Смартфон построен на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 821, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти в топовой конфигурации. Однако на рынке будут представлены и модели с меньшим объемом памяти – 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Смартфон оснащен экраном Super AMOLED диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Во фронтальной камере смартфона используется датчик изображения разрешением 8 мегапикселей. Установлена несъемная аккумуляторная батарея емкостью 3300 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки. Asus ZenFone AR поступит в продажу во втором квартале. Стоимость новинки, увы, пока не сообщается. Компания Samsung на выставке CES 2017 представила свой первый ноутбук, ориентированный на игроков – Samsung Notebook Odyssey. Кроме производительных комплектующих, новинка может похвастаться клавиатурой с индивидуальной разноцветной подсветкой клавиш, которые имеют эргономичную форму. Samsung Notebook Odyssey представлен в двух вариантах с экраном диагональю 17 и 15 дюймов. Тип используемой экранной матрицы не указан, но компания говорит о широких углах обзора, антибликовом покрытии и максимальной яркости в пределах 300-280 нит. Разрешение дисплея 1920 на 1080 пикселей. На нижней части корпуса расположена вентиляционная решетка, которая по совместительству служит съемной крышкой для замены оперативной памяти и накопителей. Ноутбуки Samsung Notebook Odyssey поставляются с процессорами Intel Core 7-го поколения, вплоть до 4-ядерных моделей Core i7. Оба ноутбука оснащаются слотами для установки оперативной памяти SODIMM DDR4. Но у более крупной модели 4 слота, а у меньшей – 2. В ноутбуках Samsung Notebook Odyssey установлена связка из SSD с интерфейсом PCI Express объемом 256 или 512 ГБ и HDD объемом 1 ТБ. Вдобавок старшая модель имеет дополнительный слот для SSD. Что касается установленной видеокарты, то пока ее тип известен только для младшей модели – новая NVIDIA GeForce GTX 1050. Компания Intel представила новую модульную компьютерную платформу. Она называется Intel Compute Card
и призвана ускорить развитие интернета за счет увеличения количества умных и подключенных устройств. Платформа Intel ComputeCAD имеет размеры 95 на 55 на 5 мм. При этом она включает все элементы полноценного компьютера: однокристальную систему, оперативную и постоянную память, беспроводные и проводные интерфейсы. Предполагается, что это позволит производителям использовать Intel ComputeCAD в самых разнообразных устройствах, от холодильников и информационных киосков до камер видеонаблюдения. Конструкторам этих устройств достаточно будет предусмотреть стандартный слот для Intel ComputeCAD, куда можно будет установить карточку, подходящую по цене и производительности. Технические подробности пока отсутствуют, но известно, что в карточках можно будет встретить даже процессоры Intel Core 7-го поколения. На этом пока все. Не забывайте делиться своими впечатлениями в комментариях. И если вы еще не с нами, подписывайтесь.